Всем привет! На связи канал Pro Blockchain. Это не славян трейдеррян, это славян Обзарян. Не успеваем все впихнуть вот в наши эфиры, поэтому приходится выпускать еще дополнительные ролики. Но ничего страшного. Как много контента не бывает, поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Вот такой вот у нас есть синий. Это основной канал. Здесь уже почти 128 тысяч подписчиков. Мы идем к, 30, к 130 и нам уже а, выслали кнопку. Ребят, у нас скоро будет а, вот такая серебряная красивая кнопочка, поэтому спасибо вам всем, это благодаря вам. А, значит, есть еще телеграм-канал, там тоже много людей, и там мы устраиваем иногда теперь войс-чатики, можно прям пообщаться, задать вопрос, поэтому тоже подписывайтесь, а, там будем с вами встречаться. И, конечно, есть наш сайт, на нем новости в, на двух языках, он работает как парсер, мы сами новости не пишем, мы просто их дергаем с разных-разных разных сайтов, собираем в одном удобном месте, я сам там это все читаю и смотрю, и вам периодически показываю, потом залетайте. Ну и тут еще внизу твиттеры, шмиттеры, кому кажется, кто что любит, заходите. На сайте отдельно вынесли раздел Академия. То есть, если вы сайт переходите а, на академию, нажимаете, вот такой сайт открывается. Он на домене теперь Information а, Значит, здесь был офигенный последний вот этот бомбический вебинар, на котором мы рассказали про супер альконы для иксов э, на лето 2021. То есть мы туда собрали те монеты, которые мы сейчас закупаем, э, наш, рассказали про ребалансировку, про наши стратегии, как мы фиксируемся, что мы делаем, и прям показали несколько проектов для фарминга, в которых мы конкретно прямо сейчас фармим. Поэтому если вы пропустили, э, переходите, э, залетайте, досматривайте, там максимально актуальная информация. Ну и со, для совсем богатых можете залетать в наш DeFi Hunters чат, э, почти 35 косарей он стоит рублей, в режиме чтения будете читать, что там умные люди, короче, пишут, мы сами тоже читаем. Но это, опять же, для богатых up to you. Мы же сегодня с вами рассмотрим а, проектик вот такой Hold DeFi. А, чем он интересен? Твиттерочек, если честно, ну так себе, я бы сказал, да? А если посмотреть, кто там на них подписан, супер каких-то топовых чуваков нет. А, Истанбул написано, то есть это турецкий проект, Турция. Hold DeFi. Hold и DeFi, да? То есть такая тут... А, объединение двух слов, то есть мы холдим, и это про DeFi, а, значит, чем они сейчас интересны? У них сейчас, то есть уже был как бы private sale, и сейчас пройдет, значит, публичный sale. Будут они его проводить частично на, вот здесь на партнере, BSK стартер, это Binance Chain, да, на Binance Chain, и вот я действительно проверил, вот они вот здесь уже находятся, через два дня у них открывается сейл. Там будет немножко, то есть по 30 BNB на человечка, это не так много, но здесь нужно пройти white list, он не такой сложный, то есть нужно сначала за white пройти к его мы сейчас посмотрим, чего, чего и куда, значит, там надо нажимать. Есть статья на Medium, вообще-то у них, то есть, вот, блог coldify.com и на Medium, значит, вы можете, я эти ссылки оставлю. Там написано, как попасть в сейл. Не очень сложные правила. По 0,62 доллара будет, получается, у нас продажа. Всего 2 миллиона там этих монеток. HLD токенов будет. Остальные залочены. То есть у них прикольная блокировка. То есть, получается, те, кто поучаствует в паблик сейле, и там еще будет потом дроп, вот, эти монеты будут сразу разлочены. Давайте я открою значит, браузер побольше. Вот так вот, они будут сразу разлочены. И вот а в этом и смысл. А те а, товарищи, которые покупали на правила цели, у них там лог а, минимум на 6 месяцев. Поэтому получается, как бы в рынке будет по сути не так много монет. Вот эти и, и маленькие порции монет. То есть, что нужно, чтобы попасть. Я вот эту ссылку оставлю. Ну, сначала, естественно, вы подписывайтесь типовых телеги, как обычно. Подписывайтесь на твиттер, а, потом тагаете, пишите, что вы участвуете. Вот эту штуку, да, такую себе в Твиттере делаете, отмечаете там два каких-нибудь друга. Можете нас отметить. А, значит, и самое главное, вы должны кивасишку платить, пройти вот здесь через блокпас, залетаете и заполнить формочку. Ну, форму, как бы, да, вы туда вносите потом свои данные, они из этой формы и, и, и значит, будут брать эти данные. До 30 марта нужно успеть. То есть, сегодня, кажется, завтра, ну, наверное, завтра включительно или нет, но сегодня надо попробовать завтра крайний срок. Значит, на токе сейл, вот о чем я говорил, смотрите, то есть получается, на сиде была цена 0.25, на привате была цена 49, и на паблике будет цена 62, то есть не, не какой-то космический космос, там нету там десятков иксов, да, и опять же, смотрите, у самых первых 3 миллиона токенов весен один год, у вторых вот этих по 49 центов, которые почти по 50, да, 11 миллионов токенов весен 6 месяцев, и те, кто будет у нас участвовать вот после 30 числа, там, получается, мы сразу получаем свои токены. Это токен будет версии 20 но у них два токена, две версии существуют, еще на BSK-20, потому что там вот на BSK-стартере, скорее всего, будет и ну, Binance Smart Chain токен. Вот у нас график распределения, видно, что да, типа токены паблика, они сразу будут как бы разлочены, и там постепенно-постепенно будут остальные все вот тут вот разлоки находиться, потому что, и, поэтому есть как бы у нас вариант отсюда нормально быстренько выскочить, что-нибудь себе набрать кто не может участвовать. Ну, естественно, да. Америка, но нас это интересует. Белоруссия, ребята. А, Украина. То есть Беларусь, Украина, если вы из этих стран, вы как бы вроде не можете участвовать. Я не знаю, я, если честно, не пробовал обходить, да, то есть, когда вы проходите KYC какие-то варианты, вот как там химичат, да, но можно попробовать что-то нахимичить но как бы имейте в виду, для, для России вроде бы все ок. То есть, как бы, можно, можно пробовать. А остальное все как бы, все несложно. Что это? То есть, вообще, да, что, что это за, за проект, аналог чего? Мы все с вами видели компаунд, знаем, как он работает, мы все с вами видели AWE, знаем, как работает, то есть, если вы к ним заходите... На сайт, про токен я уже не буду там вам показывать, да, это мы только что посмотрели. Значит, вы можете перейти на app.holdify.com, я вот пошел посмотреть, что это и как работает. Работает оно сейчас в тестнете Кована, то есть, они развернули это все. То есть, у них еще в паблике это как бы не работает, но я специально переключился на Кован. Значит, вот здесь вы можете запросить у них прям монетки, для этого вы сначала себя пополняете в Коване. Эфирку тоже на фолсет заходите, там раз в сутки можно получить два эфира, и потом можно поиграться. Допустим, то есть, когда у вас уже есть вот в Кован Сити монетки, вы запросили, да? Вы можете, допустим, зайти в Eurum и, к примеру, там задепозитить. Я не знаю, вот у нас есть там. Какие? Your, your wallet, да, баланс. У меня есть DAI, у меня есть USDT. Мы можем с вами, к примеру, отправить а, на депозит а, Enable. Да, то есть мы подписываем, все, все как в компаунде, то есть мы сначала разрешаем использовать вот это а, к смарт-контракту наши денежки, потом мы их тут стейкаем, кладем, да, и, и под 3,8%. Все, давайте максимальный amount, submit, все, вот мы 1000 даем. Туда загружаем. Естественно, как бы в коване это все красиво, быстро и дешево. Но в основной сети эфира будет, конечно, подороже и помедленнее. Но если они будут параллельно, а они как вроде мультичейн, да, сразу заявляют, что они будут работать и в Binance Smart Chain, и на эфире, в этом, как бы, типа, и фишечка, да, то есть чтобы одновременно и там, и там. Но, как по мне, как по мне, главная фишечка тут в, не вот в этих всех а, штучках, да. А вот все, то есть мы, как бы, с вами застейкали, да. Вот все, теперь мы видим, что у нас э, supply 1000, пока ничего не заработано, total 1000. И вот здесь вот будет рисоваться наш доход 3,8 годовых. А, то же самое, также можно да у нас денежку занять. То есть, видите, все работает аналогично компаунду, только в другой прорисовке. А, есть отдельный у них а, blue paper. Тоже оставлю вам ссылочку почитать, да, куда и на что они целятся, почему они а, станут, а, как говорится, новым компаундом или новым аве. Но слушайте, много таких протоколов, мне кажется, с ним не бывает. А, и можно там на что-то надеяться, да, что кто-то в них еще проинвестирует. Тот же Binance Lab. Они неспроста, видимо, идут на Binance Smart Chain. А, все, кто идут на Binance Smart Chain, они в голове держат а, то, что они могут получить грант от Binance. И, возможно, потом торговаться на их DEX. И, возможно, в дальнейшем вообще их токен залезть на бинансе да почему бы типа и нет поэтому тоже мы можем это в голове держать вы видите как суперфарм бам-бам да и на бинанс как говорится залетел поэтому все возможно можно на небольшую сумму попытаться поучаствовать а, в этом сейле все ссылки я внизу вам оставлю я не буду сильно затягивать там супер глобального какого-то разбора не будет до да, а, этого проекта то есть э, это обычные давайте вот сюда еще перейдем Обычный проект, который сейчас которых много, а, такие проекты типа любят. А если там значит все, все ок с токенами, все ок с командой. Да, тем более они уже провели. То есть, э, за что говорится, э, плюсы какие да? то, что они уже провели сидраунд, и они уже провели private, то есть в них уже заинвестировали. А, кто прям закинул бабки досконально, мне лично неизвестно, но в партнерах вот вот кто указан. Смотрите: БСК Starter. А, Binance Smart Chain, типа BlockPass. А, так потом Open Zeppelin. Мессари, Парадокс, Canzilla, BNB Swap а, Ну это как, как минимум там, где они будут листить Свои токены, да, а, блокпас там Где про проходить вы будете KYC Open Zeppelin, понятно, протоколы, то есть они брали И использовали, а, ну и возможно Там проходили проверку контрактов Я тут уже, не знаю, по а... Shield то же самое, то есть мы как бы да, сейчас не можем с вами точно знать, но с учетом того, что сейчас оверхайп, они дают очень мало токенов. Вы видите, что творится на койн есть вероятность, что если получится поучаствовать вот в этой штуке, да, и поднять немножко значит токенов, то значит Почему бы и нет, да? Вот эту форму вам придется заполнить. Я уже ее заполнил, там ничего сложного нет. Вот вы указываете какую сумму, но по факту на 5000, я так понимаю, можно не надеяться. Вот, вот наши с вами варианты, может быть, пролезет вот эта сумма. Все, ребят, все ссылки внизу бросаю, дочитывайте, доизучайте, вот сюда потом залетаем и будем пытаться, как говорится, участвовать, если, если вайтлисты. Я все прошел, потом отчитаемся, уже спросите у нас как-нибудь на эфире, получилось, не получилось, но да мы и сами расскажем. Если получилось, надеюсь, тут а, по бырику иксануть и, и, все, и потом я, я буду токены как бы, сразу продавать, а, держать как бы не буду, может быть оставлю там, не знаю, 10% от Тех токенов, которые получится получить. Все, всем хорошего дня. Не забываем про дисклеймер: у нас нет советов по инвестициям. Здесь чисто образовательные ресурсы, все в образовательно-информативных целях. Сами всегда изучаем все на кольца. Ваш страх и риск. Всем пока!